Всем доброго утра! Сегодня буду готовить простой вкусный завтрак. На завтрак у меня будут оладьи с бананами. Посмотрите, какие получаются оладьи аппетитные, виднеются бананы. Это очень вкусно и просто. Для оладьи мне понадобится 3 банана, 900 мл кефира, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, сода обязательно и щепотка соли. Для начала нужно замешать тесто. 2 яйца нужно немножко разбить венчиком. Такой же рецепт у меня есть, как оладьи с яблоками. Все делаем то же самое, только вместо яблок добавляем бананы. Добавляю кефир. Кефир обязательно должен быть теплый или комнатной температуры. От этого зависит пышность оладий. Все это нужно перемешать. Добавить сахар. Сахара много добавлять не нужно, потому как бананы имеют тоже сладость. Соду, щепоть соли. И все это перемешать до однородности. Далее всыпать муку. Муку я не могу вам даже сказать сколько. Вы смотрите, как будет у вас такое густое-пригустое тесто. Потому что в тесто нужно будет добавлять еще бананы. Бананы нужно вот так порезать на 4 такие маленькие дольки. Добавить вот в это тесто. Видите, какое тесто получается? Вот такое оно должно быть. Все это перемешать до однородности. И вот такое тесто в готовом виде. Видите? И обжарить на растительном масле. Выкладывать оладьи нужно в разогретое масло. Это обязательно. Должно быть достаточное количество масла. Потому как чем меньше масла, тем оладьи будут больше впитывать масло. Выкладываем, обжариваем с двух сторон. Оладьи готовятся очень быстро, жарятся. Видите, какие вкусненькие, аппетитненькие. Так что советую вам приготовить. Это просто вкусно. Выкладывать на салфетку, чтобы лишнее масло ушло. И вот такое блюдо в целом. Ну, скажите, как просто. Очень приятный банановый вкус внутри. И бананы такие мягкие, они дают свою такую текстуру оладьям. Так что готовьте. Всем приятного!